течение всего лета по выходным на площадках Дома музея Ленина и Музея мемориала с 15.00 будут проходить концерты с участием артистов филармонии, экскурсии, выставки, танцевальные и игровые программы. Такой проект называется «Лето с Ленинским мемориалом». Это второй год мы его реализуем. Это действительно интересное событие, где мы совмещаем и музыкальные произведения, это действительно известные классические произведения в исполнении симфонического оркестра, духового оркестра, народного оркестра, и где мы предлагаем, конечно же, экскурсии, авторские экскурсии, мы предлагаем выставки, которые экспонируются у нас. В рамках проекта каждую субботу гостей ждет Дом-музей Ленина. Он приглашает посетителей провести день в саду с концертом, танцами и чаепитием. Здесь можно посетить дом, где прошла юность будущего руководителя Октябрьской революции, поиграть в крокет и поучаствовать в усадебных приключениях. Каждое воскресенье Ленинский мемориал ждет ульяновцев и гостей города на выставке, необычные экскурсии, ярмарку «Город мастеров» и бесплатный концерт под открытым небом на Аллее пионеров, где будут выступать коллективы филармонии. Выступления оркестров чередуются. Если в прошлое воскресенье выступал симфонический оркестр губернаторский, то 18 июня зрители будут наслаждаться исполнением ульяновского джаз-ансамбля «Академик Бенд». Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. В рамках проекта в Ленинском мемориале будут работать выставки «Великая российская революция в изобразительном искусстве», «Ленин и Керенский. Мифы и реальность», «Россия. 20 век. В фотографиях» и другие. Что очень важно, все мероприятия можно посетить по единому билету выходного дня. Более подробную афишу можно узнать на сайте Мемцентра и на сайте ulpravda.ru. Также, по словам директора Ленинского мемориала Лидии Лариной, несмотря на то, что сейчас лето, Ульяновская филармония готовится к следующему, 74-му концертному сезону. И 18 июня пройдет очередная ярмарка абонементов в кассовом зале Ленинского мемориала. Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».